Друзья, всем привет! Вы на канале Культ Леса. И сегодня, в очередной свой выходной день, мы отправляемся на поиски чего-то интересного в наших ближайших лесах. Морозы спали, начался такой у нас дождливый сезон. С каждой новой капли просыпается новая жизнь в лесу. Как видите, да, вот лес зеленеет, такие прям ковры из травы, цветочков. Цветы попадаются в большом обилии уже достаточно. Проснулась крапива. Есть еще и грибочки. И мы надеемся, что сегодня мы их встретим, изучим и возьмем с собой. Оставайтесь. Сегодня кормим лесовичка нашего. Ну или птичек, кому как удобнее, семечками. У меня сегодня семечки с собой. Разнообразим немножко им рацион. Может, птички поедят. Чтобы мы нашли побольше грибочков сегодня, нужно задабривать всех лесных жителей. Лес ведь нам тоже дает что-то. И мы ему должны давать. Вот и пускай. Воздух наполнен свежестью. Птицы просто раскатами своими трезвонят на весь лес. Всякие разные грибочки встречаются нам на пути. В основном это вот такие вот саркосцифы, с которыми я вас уже знакомила. Вот они, маленькие, красивенькие чашечки эльфов. И очень много зелени. Очень радует глаз. Это вся зелень. Весна взяла свое, вступает в свои права. Скоро будем начинать собирать уже сморчки. Как лихо прячутся эти грибы. Давайте посмотрим вместе с вами. Почти не видно. Вот так вот они прячутся на перегнивших веточках. Это саркосцифка, видите? Если ее достать, мы можем увидеть, что она растет на вот такой вот палочке. Красивая такая, яркая. И вот так вот идешь, идешь, а они такие вот раз из травки и появляются. В буреломе обнаружен был вот такой грибочек. Дрожалка оранжевая. Гриб-желе по форме. Съедобный, кстати, и полезный. Его тоже можно взять. Он обладает очень полезными веществами. Так, вот здесь вот рядышком мы увидели еще один грибочек. Этот гриб называется щелелистник обыкновенный. Такой вот он маленький. Не фокусирует. Смотрите, какой он крошечный. Он, кстати, мягкий. Похож на крепидот. Оставим его здесь. Настя позвала меня на такой вот склон с красивыми цветами. Это у нас примула, которая уже начала распускаться. Все склоны покрываются вот такими вот яркими цветочками. Примула, кстати, съедобна. Ее листья применяются в салатах. Листочки примулы также завариваются. Пьются против воспаления при простудных заболеваниях. Так что, когда цветочек этот отцветет, эти листы вполне можно взять, засушить и заварить, и пить чай. Красавица саркосцифка, совсем еще маленькая. Сегодня у нас такая больше познавательная прогулка, чем собирательство. Любуемся маленькими грибочками. Настя нашла грибы, ребята, вы только вы не поверите, вы посмотрите, что это такое вообще, март месяц на носу. Это же ламулина, вы посмотрите сколько. Даже наши жуткие морозы пережила. Вот это да, и вот она под стволом, вот она фламулинка бархатистоножка. Вы посмотрите, какие молоденькие экземпляры и кучные какие. Есть, ну, это просто шок. А здесь что творится? На высоте 2, 3 и 4 метров
просто отсюда не видно. Но это, ребята, это Вешенка. Вы представляете, вот сколько их тут? Не видно отсюда, но вот можно посмотреть, что это раз, два, три. Три ярусных таких семьи Вешенки. А это, смотри, какие красивые. Это просто бомба. Здесь вот на соседнем стволе мы можем наблюдать аурикулярию извилистую. И она такая сочная, сейчас влажная после дождя. Мягенькая. Она прям разбухла и стала очень красивой. Шедевральное местечко. Настя, ну я тебя поздравляю, доставай пакет. А нож у тебя есть? Нож у меня есть, и я сейчас возьму палку и попробую это все срубить. Достанем? Достанем все сейчас. Такая у нас получилась куча прям вешеночки. Здесь у нас фламочка, фламулиночка. И сейчас мы вот это все срежем. Нашу фламулиночку. Вон она какая. Хорошенькая, свеженькая. Вместе с вешенкой, которая намокла. Но это ничего страшного. Она очень ароматная, пахнет просто божественно. Вот и сегодня нам тоже повезло. А у них ножка такая вот прям толстая. Коренастые, да, такие? Угу. И вон они срослись, походу, два гриба. Ох, какой беленький, чистенький. Угу. Ой, какие вообще, покажи, семечко. Этот прям толстый, толстый. Такие. Обалдеть. Самое мне то, что не нравится, то, что они вилкой их никак не наколешь. Скользкие? Да. Но они маленькие. Между ты ложкой ешь. Ну, ложка, точно. Зашумовкой. По-моему, там еще что-то есть. Нет? Да нет, уже все. Нет. Одни ножки. Ну, забирай ложечку. Что, без этих не будешь обрезать, да, Маврич? Кого? Ну так будешь класть. Битву. Да, я думала, что все, что надо. Ну, на вскидку пакетик такой. Вот так. Друзья, посмотрите, как повезло найти вот такое вот дерево с абсолютно молодой, сочной фламулиной. И она получается по всему стволу, и маленькая, и большая, и икра лезет, смотрите.
с этой стороны вообще мелочь. То есть есть надежда на то, что гриб все-таки еще будет. Дождь закончился, видите, прошел дождь. И вот она вновь опять лезет. Вот такие вот сочные малышки. Прям семейками. Радует прям. Фламулина бархатистоножковая. Смотрите, какая прям светлая, сочная. Обалдеть. Вот это вот семейство. Сказочное дерево просто. Это еще не все. Смотрите, чем дальше, чем выше, тем больше ее на стволе. И вот отсюда уже, здесь не видно, я уже не достану просто вам показать. Там дальше уже просто маленькая-маленькая вешенка начинается. В лесу уже больше встречается крапива молодой, свеженькой. Саркосцивку мы сегодня уже не берем. Уже ее у нас достаточно много. Сегодня просто рассматриваем ее. А так вполне много прям ее можно было бы набрать, неплохо, как в прошлый раз. Но нам хватило и того, что мы собрали в прошлый раз. Такой вот, как холодец. Интересная. А здесь вот такие вот заваленные деревья. Прям смотрите, их много. И на них вот такой вот мох красивый. Вот она, эта аурикулярия извилистая, мы ее видим. Здесь у нас уже другие грибочки по соседству. Траметесы. Очень красивые, как павлиньи хвостики. И тут же вот внизу я еще один наблюдаю. Тоже древесный грибочек. И еще один нам ствол попался с вот такой вот прям пушистой лохматой фламулинкой. Тоже она вот тут по всему стволу. Мы тоже эти грибочки заберем. Тоже отправятся они сегодня в наш пакет. И вот, смотрите, как нам повезло обнаружить вот такую абсолютно свежую молодую семейку. Такую скользкую, мокрую фламулины бархатистоножковой. Птички поют, фламулинка растет. Чего еще нужно для счастья? Свежий, прекрасен. Обалдеть, какая свежатинка, вкуснятинка. Супер. Ох, в нашем пакетике сегодня нормально так подприбавилось. Приличненько, да. Ура. Вот тебе и фламулина, вот тебе и весенние грибы, да? Ждем тут строчки со сморчками, а тут еще фламулина продолжается, да еще в таком состоянии. Просто восторг. Как же ее там так достать? Подрезай. Потом... Надо было перчатки брать, да? Да, сейчас все будет. Так неожиданно думали, что в принципе ничего не будет. Особо. Думали, просто погуляем. Да. Птичек послушаем. Воздухом подышим. Какая красота. Не брали тару с собой. Чисто один пакетик. Ножки мы можем, да, сразу здесь обрезать, потому что темная ножка, она у нас не годится в пищу. Я дома еще чуть-чуть обрезаю. Ну да, я тоже беру под самую шляпочку практически. Но молодые экземпляры можно оставлять, у них белая ножка. Она вполне съедобна. А вот если вот такая вот темненькая, то она обрезается, потому что она жестковатая. Фламулинка очень полезный гриб. Его нужно кушать. Это самая настоящая профилактика всех наших нехороших заболеваний. В древнем Китае давно используют фламулину, выращивают, да, искусственно, все мы прекрасно знаем, на продажу, то есть вот в пищу поступают в продажу грибы, они называются эноки, энокитаки, это вот она и есть, наша фламулина бархатистоножковая, наша зимняя пята. Вот они. Сейчас, ну, понятно, кстати, что, у нас тоже выращивают. У нас тоже выращивают, да, в Лабинском районе промышленно. И они называются опята просто. Я видела тоже эти баночки. Я покупала, пробовала. Да, очень вкусно. Но все-таки лесные грибочки собраны собственноручно и приготовлены дома, в домашних условиях. Конечно же, намного вкуснее и полезнее, я думаю, в 100 раз.
А еще они заряжены эмоциями положительными, которые ты испытываешь, когда их находишь, когда ты их собираешь. Это подарки лесовичка. Они полезнее будут в 100 раз, чем магазины. А лес нас, ребята, не отпускает. И еще мы встретили вот такую вот прекрасную семейку. Не менее молодую, как и в прошлый раз. И под корой здесь лезет. Посмотрите, какие светлые, сочные экземпляры. Ох, сегодня мы набрали, слушайте, прямо от души. Да, классные, вон эти упали. Беляшики. Угу. Зимние беляшики, весенне-зимние. Еще вот такая вот маленькая грустненькая фламулиночка на мокром стволе. Но она не одна. Вот можно рядышком еще заметить маленькую корочку, потому что вот такие вот они по стволу прям много их идет. Тоже, видите, ствол уже все погибший. Гриб его высасывает. И всю зиму нас кормит. Да, но малыши есть, как вы можете видеть. Видите, маленькая совсем икра. Из-под коры вылазит, выглядывает. То есть, если погода позволит, а она, в принципе, позволит, потому что планируются дождики, то гриб еще будет. Грибы эксидия железистая. Такая курчавая. Набухшая. Видите, сейчас дождь, поэтому у нее такое состояние прям набухающее. А птицы как заливаются, кричат. В лесу просто сказка, туман. Так дождливо, но птицы все равно по верхушкам прыгают, скачут. Перекрикиваются, чирикают. Просто отдыхаем душой. Езжайте в лес, отдыхайте. Заряжайтесь силами. Посмотрите, какая необычная находка. Это дрожалка. Фукусовидная. Видите, какая она? Издали похож на снег, но снега-то у нас нет и не было. В Китае этот гриб очень дорогой, кстати. Очень полезный. Очень много воды в лесу. Все бревна покрылись вот таким мхом. Все чавкает. Вот смотрите, сколько воды. Прямо затоплено. Что очень радует. Это очень радует, потому что впереди у нас планы на сморчковую шапочку, на сморчки. И вот в этих затопляемых участках мы ее и будем собирать. Осталось совсем немножко потерпеть до марта. И уже в марте, в середине, можно идти и проверять вот такие вот подтопляемые места лесные на наличие наших весенних грибов сморчковых. Размеры чашек, посмотрите, уже впечатляют. Вот эти уже можно было бы и взять. Вот такой вот гриб уже и чистить не стыдно. Вот, размеры, то, что нужно. Саркосциф. Прям так и просится в наш пакетик. Ой. Вот она, красавица. Чашечка. Уже как блюдечко. Попалась немножечко фламулинки. Вот эту малышку мы тоже забираем. А здесь еще вот одна маленькая. Вот над таким обрывом. Внизу горная речка. Вот там вот. Наверху. Вот они. Мы нашли эти грибы. Но как их доставать, неизвестно.
Очень высоко. Какая маленькая, такая яркая. Саркосцивка. Волшебный грибочек. Вот так вот не видно сдалека. На самом деле, посмотрите, под ногами просто ступить негде. Везде растут сциллы. Это пролеска, да, лесная пролесок? Латинское название у нее сцилла. И ее настолько много, что просто идешь и боишься наступить, чтобы не растоптать ее красавицу. Какие весенние колокольчики лесные. Просто лесное волшебство. Ее настолько много. Сегодня она такая вот закрытая, потому что пасмурная погода, дождик. Солнышко встанет, она раскроется. До того, что некрасивая, посмотрите. С капельками росы. Как колокольчики такие вот стоят и радуют наш глаз. Вот на этой ноте, ребята, мы с вами будем сегодня прощаться. Насобирали мы сегодня вот столько грибочков. Фламулина очень свежая и молодая, это очень радует. То есть еще и перспективы мы оставили на будущую неделю. То, что молодых особей было тоже очень много. Поэтому будем с вами сегодня уже прощаться. И до следующих выходных. Всем пока!